3 недели здесь я нахожусь, и ну, совершенно великолепно. Потому что ну, заезжал я сюда на инвалидной коляске и сам ходить не мог. То есть там вдоль стенки, как краб. А сейчас я уже уверенно стою на ногах. Там, может, скоро бегать буду. Во время выполнения боевой задачи рядом с Никитой взорвалась мина. Только благодаря быстрой реакции побратимов и усилиям медиков мужчина остался жив. По словам Никиты, он был морально готов к такому, но от психологической поддержки не отказался. Это важно. Я думаю, я к данной ситуации нормально отношусь, то есть к травме у меня там, ну, по каких-то травматических воздействий не было на этот счет. Но некоторым людям ну, действительно сложно. То есть, я думаю, психологическая помощь, она не лишняя в этом деле. Ежедневно десятки украинских военных получают ранения, но далеко не все травмы физические. Солдаты регулярно сталкиваются со стрессовыми ситуациями. С большинством из них удается справиться, но если событие слишком травмирующее и человек не в состоянии преодолеть его последствия за месяц, стресс переходит в посттравматическое расстройство. Він проявляється кількома видами симптомів. Оно проявляется несколькими видами симптомов. Это навязчивые воспоминания о травматических событиях, и они могут носить разный характер. Могут быть кошмары, могут быть флешбеки, когда человек проваливается в это воспоминание, и он просто не осознает в этот момент, что он находится в нашей реальности. Но чтобы успокоить такого человека, чтобы снизить уровень симптомов, нужно выстраивать с ним коммуникацию так, чтобы у него повышалось чувство безопасности. Часто преодолеть ПТСР можно без препаратов, достаточно сеансов психотерапии. До полномасштабного вторжения России в Украине немногие заботились о своем ментальном здоровье. Теперь же ситуация меняется. Но есть и обратный эффект. В соцсетях популярно мнение, что украинцы теперь травмированная нация с ПТСР у каждого второго. На самом деле, лишь в 15% случаев сильного стресса можно говорить об этом диагнозе. Кроме того, по словам специалистов, по ряду причин украинцам проще справляться со стрессом. Передумовы для нее есть, по-перше, что мы... Предпосылки к этой резилиентности есть. Во-первых, мы четко осознаем свою правоту. То, что мы боремся за свою землю и свободу. И это просто правда такая мировая, такая борьба добра и зла. Во-вторых, мы очень объединены в этой цели. Травма, как правило, говорит о разобщении людей. А мы об этом часто говорим и сейчас с вами, и на весь мир, и между собой, и даже шумим об этом. Все знают, какие мы суперские в мемчиках. Украина делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам. Первая леди Елена Зеленская инициировала национальную программу психического здоровья. В рамках масштабного проекта будет создана система обучения и сертификации психотерапевтов. Семейные врачи и работники системы образования также пройдут специальную подготовку по базовой психологической помощи. К программе уже присоединились Израиль, Бельгия, США, Канада и другие государства. Психотерапевты утверждают, что простые украинцы тоже могут помочь своим близким, пережившим травму. И это первое, то есть не вымогать от людини. Во-первых, не требовать от человека слишком много и не ожидать, что он будет себя вести как человек без ПТСР. Следует спрашивать у человека в целом, в чем он нуждается, и оказывать ему поддержку. Убрать из ближайшего окружения какие-то травмирующие факторы. К примеру, машинки какие-то с громкими рингтонами. Или человек с ПТСР может реагировать на громкое хлопанье дверей. Также иногда помогает, когда на симптомы не реагируют как-то панически, когда есть принятие. В Украине работает ряд горячих линий и онлайн-проектов бесплатной психологической помощи. Среди них есть как проекты общего профиля, так и специализированные. Как, например, Национальная служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих или горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Данила Кобза, Юрий Шульга для телеканала Freedom.